Шестая серия. Москва, Крым. Трасса М4. Направление в сторону Красноярска, Краснодара. Направление в сторону Краснодара. Слева далеко впереди Кореновск. Кореновск, город. Сейчас вы слышали, как дальнобойщик сказал выключить левый поворотник. Ну, я обгонял фуру, вы видели, у него был включен левый поворотник. И так, теперь отвечу, наверное, на некоторые сообщения, которые пришли к этому часу. Впереди камера. Ограничение 90. Так, Николас Дембицкий пишет. Жду с нетерпением новую серию. Ну вот, обрабатываю ее. Обрабатываю, сейчас размещается, закачивается в интернет. 13 серия Москва-Красноярск. Но я вот поочередно одну серию такую, одну в Крым. Чередую серии. Потому что есть люди, которые двигаются на восток, и им тоже нужно знать ситуацию на трассе, инфраструктуру и так далее. Так, Александр VII. Интересен такой вопрос. Спросите у дальнобойщиков, платят ли они платон за езду по коммерческой дороге. Блин. Хорошо. Я как-то не задавался этим вопросом. Хорошо. Будет возможность, обязательно спрошу. Так, Путник 81. Так я же о том, что от Макушино, круговой перекресток на Казахстан, до Бердюжи ехал в тумане и старался не словить ямы. Средняя скорость сразу упала. А после Бердюжья до Ишима нормально. Ну, какая-то у нас тут непонятка произошла. Так, да, вот в Красноярск, я вот разместил 13-ю серию, где в кургане ушел в сторону Тюмени и потом по знаку повернул направо на сторону Ялуторовска. Так, вот еще очередной терминал. Так, это что там такое? А, терминал серии. Стоит 14 серии. Терминал стоит, но будет плата не взимается. Там есть объезд, по-моему. Проезд по Москве. Халява, короче. По Крымскому мосту. Этой встречи, этого момента, вот с каким-то волнением, нетерпением ожидаешь. Но это будет уже в 14 серии. Так, с левой стороны населенный пункт, деревня Плотнировская, совсем маленькая. Еще далеко впереди слева Полстуновская деревенька. Трасса М4. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Направление в сторону Красноярска. Краснодара. Путаю постоянно. Сейчас только что обрабатывал видео и размещал Москва-Красноярск. И вот путаю Красноярск-Краснодар. Двигаемся в сторону Краснодара. Ну, эфир не очень оживленный. Но с левой стороны периодически можно наблюдать эти вот отбойники, световые отбойники, которые предохраняют от ослепления
фар, от фар встречных автомобилей по встречной полосе, которая замечательно придумана. Замечательно. Просто ехал в темное время, ну не совсем темное время. Вот, но уже включили ближний свет. Капитально защищает. Не все навигационные системы прокладывают маршрут через Крымский мост. Все тащат к паромной переправе. Яндекс.Навигатор единственный пока, кто проложил маршрут через Крымский мост. Так, наверное, не лишний раз будет напомнить, чтобы вам не промахнуться и не уехать к паромной переправе. Так, с правой стороны, подъезжая к Темрюку, старайтесь двигаться за туристическими Старомышастовская. Уходит на дорогу, которая ведет к Крымскому мосту. Ну, я заехал в Темрюк. Ну, недалеко уже мой вариант. Краснодар. То, что я вот сказал. Примерно километров. Ну, в Краснодар заеду. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. На видео я выделил надписью «Краснодар». Это будет, ну, чуть-чуть попозже. Вот неплохое место для ночевки, привала. Что туда, что обратно. Магазины, не кафе, и... Кстати, при подъезде к Краснодару я лоханулся. Там по-дурацки информация размещена на дороге. Значит, мне нужно было прямо, я и поехал прямо. На самом деле это оказалось налево. Ну, бестолково. Бестолковая информация. И навигатор, кстати, слишком поздно подсказал. Он стал у меня тут дергаться, не полностью произносить слова. В общем, глючил навигатор на смартфоне. Красная Макет, обратите внимание, я там где-то остановился и вроде бы снимал. Вот эти вот. Очень красиво. Красными участками, перемешано с желтым цветом. Красиво. Но останавливаться не буду. Впереди камера. Ограничение 90. Так, Динская развязка на станице Минская. На Краснодара 11. Без удаления. Забыл.
Ну вот в этой ролик части за 10 минут, 10 минут, и которые уложится 3 минуты, 10 минут идет скоро, приходится проезжая мимо поста ГАИ, обратите внимание, нужно было направо. Я поехал прямо. Протыкивать немножко. Прямо это оказалось налево. А то, что направо, это оказалось прямо. Вот такая вот. Ограничение 50. Вот проехал пост ГАИ и двигаюсь прямо. Двигаюсь прямо по подсказке навигатора. А вот нужно было вот сейчас уходить направо. Вот это оказывается прямо, а я вот поехал сюда. В общем, сейчас буду искать место, где развернуться. Ну вот, развернулся, еду теперь назад. Опять мимо поста ГАИ, опять по трассе. Назад пару километров, там на развязке развернусь и вновь поеду. Ограничение 50. Вот такой вот у меня лопушок получился. Впереди камера. Ограничение 50. Ну вот на развязке развернулся. Что-то там прокаркала она. Я ничего не понял. Поверните налево, затем держитесь правее. Через 700 метров двигайтесь прямо. Вот, сделал петлю. Сделал петлю. Но теперь поеду не прямо, а вправо. Дважды в течение 10 минут проезжаю по этому месту. Никто на меня не обратил внимания. Хотя останавливают все машины. Двигайтесь прямо. Ну, прямо и ладно. Вопрос смотрит. Вот так вот. И теперь подъезжаем. Подъезжаем к Краснодару. Что ж такое?
Вот самое интересное, на мой взгляд, начнется со следующей серии и до финиша. Ну вот пригород уже Краснодара. Заезжаем города сейчас, правильно. Но это пока еще А-136 дорога. Начинаются заторы небольшие, светофоры. Это все еще дорога А-136. С правой стороны аэродром Краснодар, центральный. Далеко с правой стороны железная дорога.
Заторы в Краснодаре. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Правильно говорю, Краснодар. Ограничение 60. Да, в Краснодаре. Только вот на светофорах. Благодарю аварийкой, когда перестраиваюсь в плотном потоке. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Ну вот, сейчас поверну направо, потом налево, и это будет улица называться шоссе Нефтяников. Ну, знак показывает, куда ехать. Щит. Впереди камера. Ограничение 60. Вот это шоссе Нефтяников. Шоссе Нефтяников перетекает улицу Красная. Thank you.
Ну вот небольшая покатушка по городу. В центр, в самый центр не поеду, потому что там, возможно, заторы, пробки, и потерять время. Не хотелось бы. Тем более, что вот смотреть, когда пробки, тебе весь обзор закрывают автобусы, троллейбусы. Вот спокойная улица Краснодара. На светофорах долго стоять приходится. Так, посмотрели немножко. Краснодар. Сейчас включил Яндекс. И он ведет просто. Посмотрите, Краснодар. Краснодар покинем, поменяю карту памяти на. Вот на Киноре стоит карта памяти 32 гига, ее хватает около 5 часов, 4 часа с небольшим. Часа непрерывной записи. Я принимаю вправо. Пропустили полицейских. Впереди камера. Ограничение 60. Ну вот, по улице Бабушкина. Осторожно, дети. Ограничение 40. Улица Бабушкина. Видим высотные красивые дома. О. Симпатичный город. Центр, наверное, Краснодар. Я имею в виду не географический центр, а центральный город.
Ну, впереди, чуть влево, через 5-6 километров, река Кубань. Излучина реки Кубани. Ориентир такой. Через 300 метров поверните направо. Что за хрень опять пришла? Вообще отключать к чертовой матери. Поверните направо. Поверните налево. Так, улица Красных Партизан. Ну, в общем, как смог показать, чтобы особо не лезть в центр. Так, кусочек Краснодара. Конечно, по этому короткому заезду сделать общую картинку, общую сотню дома. Невозможно. Покидаем город. Ну, сколько смог, не сердитесь, показал. С левой стороны река Кубань за домиками. И покидаю город. Покидаю славный город Краснодар. Впереди камера. Ограничение 60. Сейчас направление Темрюк, Славянск на Кубани. Вот в том направлении. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Так. Ну. Не, ну если объезжать Краснодар, все равно на эту дорогу попадает, я думаю. Так что отправляясь в Крым. Ограничение 40. Можно через Краснодар ехать. Дорога вполне приличная, просто предыдущие две поездки в
Крым, это Севастополь, Симферополь. Мы уходили задолго до Краснодара на объезд, сразу брали направление на Тимашевск, Славянск на Кубани, вот в том направлении. Так, вниманию Сергея, который интересовался маршрутом Пенза-Иркутск, номер телефона 9500, последние 4 цифры. Значит, я разместил уже 13-ю серию, но такой отправной точкой по этому маршруту это будет вот 12-я серия, где на кругу в Кургане, я вот говорил, ухожу влево на Тюмень. Это в 12-й серии. А вот в 13-й серии это поворот с трассы на Тюмень, поворот на Ялуторовск. В сторону Ялуторовска и движение уже там до Ишима и так далее, и так далее, и так далее. Это уже 13-ю серию я разместил. Так, все, теперь по... Теперь по видео, значит, я уже говорил, что направление в сторону на Кубань, Славянск на Кубани, Темрюк. Вот в следующей серии, в 7-й серии, это вот такая гордость, что ли, или фишка этого маршрута, это проезд по мосту. Ну, ближе к мосту я к этой теме еще вернусь. Так, ну сейчас меняю карту памяти здесь. Меняю карту памяти на Акиноре. 32 гигабайта, ее хватает на 4,5, по-моему, часа. Но я стараюсь, чтобы не были удалены первые кадры, чтобы не пошла запись по второму кругу. Делаю небольшой такой запас, резерв памяти. Так, поменял карту памяти и продолжаю движение. Видите, полотно дороги от Краснодара, от Краснодара вполне приличное, и разметка, и ширина, и полосность, все на уровне. Дорога в объезд Краснодара значительно, ну незначительно, примерно такое же расстояние, но дорога, правда, по одной полосе там. Там по одной полосе узкая проезжая часть. С левой стороны, по всей вероятности, будет видно, приходится выбирать место для обгона, когда впереди идет пешеход. Вплотную к дороге подходит. Но там движение гораздо сложнее, тяжелее. Замечательное. Небольшая облачность, сухое полотно я дороги. Рекомендую, мое мнение, ехать через Краснодар. Движение вполне комфортное. Впереди город. Ограничение 60. Это мои комментарии в автомобиле. С левой стороны от поселок Белозерный. Слева по ходу, вплотную к дороге, озеро Лотос.
населенный пункт. С левой стороны будет. Будем проезжать по окраине. Станица Марьянская. На Кубани не деревни, не поселки, а станицы. Это я недавно выяснил. До моста 300 километров, говорю, осталось, да? Это фишка следующей серии. Уже неделя прошла, примерно как проехал по мосту. Но вот до сих пор вот чувство, ощущение. Кстати, ну, короткое видео проезда по мосту останутся. Я уже разместил. Называется «Крымский мост», 2018, 25 мая. И второе видео это там же размещено под названием «Крымский мост», 2018, 25 мая. Необычный ракурс. Эта съемка была на задний видеорегистратор. Так, с правой стороны станица Новомышастовская. Прямо у дороги с левой стороны будет местный аэродром, аэропорт. Для легкой авиации или спортивная авиация, или сельхозназначение, прямо напротив Новомышастовской станицы. Особо рассматривать маршрут здесь не приходится, потому что начинаешь обращать внимание на аккумулятор, на зарядку. Не хватит. Он заряжается плохо. Слишком большая нагрузка на прикуриватель, на разветвитель. Вот и напряжения не хватает, не хватает силы тока, вернее. Да, периодически возникают проблемы с потребителями, в частности, смартфон не хватает мощности. Разветвителя. Свет, солнце, вот, я думаю, будет интересно смотреть серпантин от Феодосии к Ялте, ну и далее. Ну, на этом аккаунте, наверное, не буду размещать съемку с задней камеры.
наверное, на аккаунте Видеодорог 2, там, ну, время покажет. Ну, здесь, я говорю, опять стоянка за остановка за остановкой, потому что вот проблемы возникают с навигацией. Яндекс.Навигатор захулиганил что-то у меня, хотя я скачал карты офлайн для движения без интернета. Но частые остановки этим объясняются. И, по-моему, перешел на MapMe. Досадные остановки из-за ненадежности навигационных систем. Стороны будет станица Ивановская. Да, что-то там напротив нее, с левой стороны, будет аэродром Химичус с навигацией. Ну, этот аэродром, наверное, повторюсь, сельхозназначение или спортивный какой-нибудь. Мегафон сожрал все деньги. Чуть дальше с левой стороны будет аэродром общей сложности, это 350 рублей мирный. А ты по сути на карте оказался без интернета. Ну, если хорошо, что я скачал вот такие офлайн карты на Яндекс, и полностью скачаны и обновлены карты на MapMe, на навигационной системе. Ну, это замечательно, три полосы, когда
три полосы, то поочередно по одной или две полосы в одну сторону, тогда есть место, возможность для обгона тихохода. Не собираются хвосты, не образуются заторы, пробки. Станица Ивановская справа. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 50. Номер дороги интересный. Как его расшифровать, не знаю. 03К579. Довольно-таки большая станица Ивановская. Так, впереди Полтавский. Но я наблюдаю на карте много аэродромов. С правой стороны учебный. Ладно, ругаться не буду. Авто. Природой, панорамой. Автодром что-то. Ну вот опять я напомню, повторю в который раз, не доезжая до Темрюка, там будет левый поворот. Лучше всего, конечно, пристроиться за туристическим автобусом, если навигатор не помогает. И не заезжая в Темрюк, уйти налево. К сожалению, когда я ехал, не было ни знака, ни указателя никакого, что Крымский мост. Ну, мне было интересно и в Темрюк заехать, посмотреть. Славянск на Кубани я был, видео об этом есть, а вот о Темрюке не было. Из эфира в Темрюке узнал, что в Темрюке есть коньячный завод. Поэтому, кто желает приобрести настоящий коньяк, то в Темрюке это можно сделать. Не на стоянках, не на трассе. Хотя там тоже может быть хорошего качества спиртные напитки. Так, впереди у нас по курсу будет Славянск на Кубани. Ограничение 60. Славянск на Кубани, повторю, заезжать не буду, потому что там был.
Хотя можно было бы проехать и через город, но светофоры... Ну, проезжал через Славянск на Кубани в светлое время. Можно рассмотреть и в темное время, и в светлое время. То есть видео о Славянске на Кубани достаточно. Ну, по крайней мере, для туристов. Так. Приближаемся к Славянску на Кубани, но заезжать, повторю, не будем. Уйду влево в объезд. Славянск на Кубани мне нравится город своей какой-то скромной, что ли, тихой красотой. Не кричащей, а вот именно тихой, спокойной атмосферой, спокойной обстановкой. Замечательный город Славянск на Кубани. Чтобы заснять. Вот объезд города, объездная две полосы, по одной полосе в каждую сторону, один-один. Ну и разметка, и обочина. Имеется и хорошее состояние дорожного полотна. Тут особой инфраструктуры я не увидел. Имею в виду заправки, мотели, стоянки. Может, они и были, но, наверное, не обратил внимания. Смотрю на карте, очень много аэродромов. Аэродром Славянск на Кубани, второй без названия. Движение достаточно интенсивное, но через город не едут. Идут в обход города. С правой стороны славный город Славянск на Кубани. Вот слышите, как глючит навигатор, навигационная система. Чтобы освободить процессор, я все отключил. А трасса, все, 03К579 или ОЗК579. В этом я плаваю. Ничего не... Слышно, да, как квакает навигатор? Yeah.
А, вспомнил, тут я немного опять лоханулся. Не ушел своевременно на объезд. И немножко врюхался в город. Но быстро сориентировался. Хреновая навигационная система. Хоть штатный навигатор покупай. Да и со штатным навигатором тоже проблемы. Стояла у меня профессиональная система для дальнобойщиков Айго Прима. Тоже тащил и по каким-то непонятным улицам. Едешь по прямой трассе, по федеральной, начинает тащить влево или вправо. Ну, и обновления никак этот не помогают. Вот надо было повернуть налево, но прозевал этот момент. Ничего не поделаешь. Вот на круговом движении второй съезд нужно было мне уходить, а я попёрся черт знает куда. Это заключительная трёхминутка. Выехал из этого 9-минутной ситуации, вырулил 10-минутный файл, но ускорен в 3 раза. Заключительный файл. Напоминаю, что в следующей серии, в 7-й, по-моему, будет фишка, одна из фишек этого маршрута. Это проезд по Крымскому мосту через Керченский пролив. Спустя 10 дней после открытия движения по этому мосту президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, я проеду по этому мосту впервые. Вообще, сильное впечатление оставляет этот мост. Так что не пропустите следующую серию. У вас будет возможность посмотреть весь цикл, не фрагмент, который я вырезал и разместил на своем аккаунте, а весь цикл подъезда, или весь путь подъезда к мосту, движение по мосту и съезда с моста. Напомню, что этот мост я видел только с паромной переправы, вот такой ниточкой еле-еле был виден. Арки видны были, вот они выделялись. И вообще, все последующие серии, я думаю, будут гораздо интереснее в том плане, что движение будет по серпантину, от Феодосии, Судака, вдоль берега. Кстати, во время движения вдоль берега я несколько раз останавливался, вот снимал на видеорегистратор море, пляж. Пляжи почти пустые, но не сезон. Пока не сезон. Но вот
В настоящие дни, конечно, на мосту ситуация гораздо сложнее. Думаю, такое видео мы еще увидим в Ютубе. Начало сезонного периода и движение по Керченскому мосту, по Крымскому мосту. На этом заканчиваю комментировать. До следующей серии.